сейчас еще одна песня, которая не так далеко ушла от этой песни. Написана сравнительно давно, но один мой очень хороший знакомый подошел ко мне и сказал: «Слушай, брат, я тебя очень прошу, огромное тебе спасибо за то, что ты исполняешь песню про мою жену на своем концерте. Это очень-очень круто». Я говорю: «Ты что, какую песню? Я вообще, я просто, ну, во-первых, я не знаю твою жену, во-вторых, это мы никогда не представляем». Он говорит: «Написали, дорогой, написали!» Там поется приблизительно так: «Не видно ни колдунья, ко мне явилась в дом». Это нормальная песня совершенно. Дорогие друзья, исполняйте композицию, которая называется «Там высоко!» Стрелюсь сам.